Впервые за осенний период пандемии за одни сутки по области число так называемых активных больных сократилось на 32 человека. При выявленных 125 заболевших 157 человек недуг победили. Несмотря на это, заполняемость коечного фонда в инфекционных госпиталях региона по-прежнему остается высокой. Свободными остаются лишь 8% коек, организованных для лечения больных коронавирусом. Правда, как сообщили в областной администрации, на этой неделе планируется дополнительно развернуть еще 130 ковидных коек в областном госпитале для ветеранов войн в Пенкино и в Камешковской центральной районной больнице. Что касается Мурма, то за прошедшие сутки на территории округа и района коронавирус диагностирован еще у 15 жителей. С начала пандемии в списке зараженных значится 1334 человека.